Грузовой порт «Королевка» в Заволжском районе Ульяновска получил необычный груз. А именно 54-метровые лопасти ветряков, которые прибыли прямиком из Китая. С помощью подъемного крана и десятка сотрудников порта каждая лопасть весом 12,5 тонн аккуратно перекочевывает с баржи в кузов грузовой машины. Следующая остановка – село Красный Яр. Именно там начинается строительство ветропарка мощностью 35 ватт. Закончить поставки планируется до конца мая. Всего в Ульяновск прибудет 42 лопасти, по 3 на каждую ветроэнергетическую установку. Ульяновская площадка станет первым ветропарком в стране. Согласно проведенным ветроизмерениям, коэффициент использования энергии ветра в регионе составляет в среднем 35%, что считается хорошим коммерческим показателем. Уже на следующей неделе начнутся первые монтажные работы. Дарья Судрева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.